2012 год был продуктивным, неоднозначным, сложным. Непредсказуемым, насыщенным. Трудным, непростым, но очень обнадеживающим. Я встретила тысячи, сотни тысяч прекрасных, неравнодушных людей. В 2013 году я желаю России наконец избавиться от кремлевской, луганской преступной группировки. Желаю всем в 2013 году счастья, здоровья и свободы. Смелости, решительности, гражданской сознательности. Новых побед. Активности, ответственности. В 2013-м откройтесь миру, и мир откроется вам. С Новым годом! Ура!